Всем привет, с вами Прия. Я вернулся и вскрыл коллекционное издание, посвященное 15-летию Варкрафта. Да, конечно, судьба всей этой коробки была крайне тяжела. Изначально ее получив вместе с двумя другими людьми, с Яном Демоником и Олесей Алисами, нас остановила охрана на Игромире и сказала о том, что это вообще, наверное, не ваши коробки, разворачивайтесь, либо звоните организатору, либо тому человеку, который дал вам эти коробки. Окей, эта проблема решаема, мы ее решили, все хорошо. Большая коробка, я с ней таскался и... Объемная такая вещь на самом деле. Если смотрели Инстаграм, то все прекрасно было видно. Далее, момент перевозки. Окей, перевез, все хорошо. Но, думаю, она слишком большая, и везти ее в аэропорт такая себе идея. Поэтому была первая фаза вскрытия, которая была не у меня дома, то есть не здесь. Вы увидите немножко в этом видосике другой пол, другой ковер. Точнее, его там вообще нету. Он и не нужен там на самом-то деле. Далее, приехав в аэропорт, вот этот вот Рагнарос в своей, получается, коробке не поместился, и пришлось сдавать его в багаж. При этом пришлось обвернуть абсолютно полностью всю эту черную коробку с целью того, чтобы ничего не сломалось, ничего не подломалось, и чтобы она просто-напросто выжила. Все хорошо, все приехало, все замечательно. Но то, что подарок весьма объемный, то, что он реально крайне огромный, спасибо за это компании Blizzard, зато теперь все прекрасно. Наслаждайтесь моментом открытия. Я вот увидел несколько интересных вещей, а именно то, что на фанарте это те картинки, те рисунки на матовой бумаге, которые вы увидите. Самый первый, он по годам в виде римских букв прописывает, в каком году стартовала какая-либо версия игры. То есть это вообще тест для таких особо внимательных людей. Но не смею вас задерживать. Наслаждайтесь моментом открытия всей-всей-всей этой коллекционочки. Где-то моменты ускорены, где-то чуть замедлены, чтобы вы могли все прекрасно глянуть. Это первая фаза открытия. Я ее называю коробка в коробке, в которой есть коробка с коробкой. Внимание на пенопласт в момент того, когда я его буду вытаскивать. На нем даже написан этот значок Warcraft 15. Процесс сборки Рагнароса крайне легок. Сама его модель. Плюс рука, которую подкрепляешь, плюс два крыла, скажем так, сзади, и плюс его молоток. Все просто. Самое главное при сборе молоточка, ну именно его наконечника, правильно попасть в пазы. Ну то есть дырочка в дырочку совместить. По-моему, это так называется. Конверт выглядит очень официально, а находятся в нем две бумажки. На первой написаны коды для получения месяца игры, а также алебастровых маунтов, виверны и грифона, ну, а также гостевой пропуск, который, знаете, раньше был в дисках, купленных для дополнений БК, ЛК и прочих.
Также значок Аниксии, который просто можно подкрепить куда-либо. Коврик, на котором изображены все материки. И я очень сильно благодарен компании Blizzard за то, что каждый игромир, они делают такие интересные подарки для тех людей, которые стримят, либо для тех людей, которые являются участниками от компании Blizzard. Я вот, например, стримил. Стримил в четверг с 16 до 18 по Москве. В теории мне могли дать ее еще на стриме, но приехали они достаточно поздно, и поэтому я забрал ее в пятницу. На самом деле это даже лучше. Я так думаю. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги. Дайте знать в комментариях, кто из вас купил уже эти коллекционочки, либо предзаказал. Будем понтоваться рагнаросами, может у кого-то он побольше, помассивнее.